приехали на ферму за щенками и за слепой мамой. Вот эта ферма. Сейчас будем пытаться всех отловить. Я не знаю, сколько тут щенков. Вот эта ферма. В общем, мы обследовали всю ферму. Тут, конечно, дофига сук. Они все разбежались. Вот, тут нужен ловец, чтобы всех отловить, иначе это будет бесконечно рожать, и рожать будут. Ферма большая, мест много. Ну, наша мама белая. Эй! А нет, это уже не мама, блин. Вот это мама, да? Вот она мама. А ты кто? А ты щенок? Охренеть ты какой здоровый, кобель, да. Ну, еще собаки. Вот у нас он спит, сидит. Больная, бедная. О, боже. Эй, ты куда? Еще одна сука. Сука и трусливая. Хвост сломан. Блин, тут ловец нужен. Тут ловец нужен, они все, он разбегается. А вон они, щенки. Порвись! Иди, щенки тут! Щенки здоровые, лоси уже! Эй, малышня! Малышня! Там еще собака пошла дальше. Туда убежала собака. Тут собак километр. Суки причем. Ну, вроде щенки ручные. Ну, давайте, что? Малыши! Малыши! Еще один. Ага. Давай, машину его. Давай, вот еще один щенок. Есть еще. Давай дальше. Вот этого давай. Тихо. Еще один. Есть. Давай, сажай. Где остальные? И хорошие, как на Лабаю похожи. У вас не могут быть на Лабаю вообще. Кто? Это моя собака. А? Это моя собака. Кто это? Девочка, мальчик? Это мальчик. Мальчик? Давай! Там вот маленькая птичка. Ай, боже мой, бедный корова. Не могу такого смотреть с ним. Еще одного поймали. Еще одна девка. Девка, привет. Его брат ушел, у нас приюта полностью похож. Которые в этом? Да. 7 штук. Один остался там, да, и мать убежала. Что такое? Вот он. Молодцы, ребята. Вытащили щенка. Вытащили щенка. Молодцы. Ну, кто так меня внимательно слушал? Ага. Кто слушал меня внимательно? Ребята. Ребята, октябрята.